Более 60 спортсменов в различных возрастных группах и весовых категориях собрал турнир памяти героя Советского Союза Павла Егорова и чемпионат ЕАО по самбо среди мужчин и женщин. Соревнования проходят уже в 8-й раз и стали традиционными. Принять участие в них может любой желающий, ознакомленный с правилами проведения турниров по самбо. Помимо того, что здесь заявились и участники вольной борьбы, и боевое самбо, у нас приехало много гостей. И из Хабаровского края приехали, Хасанский район, поселок Хор, город Хабаровск. Ну, это вдвойне приятнее. В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Воин» в борьбе на призы секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в ЯО Ростислава Гольштейна вышли на ковер как совсем юные самбисты 2010-2012 годов рождения, так и взрослые спортсмены. Баблучи самбо на данный момент довольно распространенный вид спорта. У нас получается две организации, выступающие по самбо. Федерация армейского рукопашного боя и военно-спортивный клуб «Гвардия». Вот я представляю именно военно-спортивный клуб «Гвардия» Баблучи. У нас, к сожалению, пока только мужчины приехали. Рассчитываем, конечно, победить. Только победа. Соревнования прошли в рамках реализации федерального проекта «За самбо». Победители и призеры в каждой возрастной категории были награждены дипломами и медалями. Сергей Шихов, Вячеслав Пасманик, Кирилл Богаченко, Новости 21.